Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и для нас стартовал мини-квестик в честь славноизвестного футболиста Лукаса Подольски, который является довольно крутым бомбардиром. Я не любитель прям настолько футбола, чтобы фанатеть от него, но про его существование я знаю. Что касается, ребят, того, что вы можете получить в этом мини-квесте в честь данного славноизвестного футболиста, так это, ребят, бустерочки X3, есть в футбольной тематике вот такой вот камо, но опять-таки на любителя. Что касается, ребят, ценного из того, что здесь есть, то, безусловно, для любителей футбола ценными будут внешний вид вашего фона профиля, который будет в полу ретро-топе стиле, в полуфутбольном. Есть аватарчик. И есть, ребят, для любителей кастомизации ангара вот такая вот прикольная штука. Это футбольный мяч сияющий, голографический, который стоит на месте мотоцикла. Машинка стоит с левой стороны, если она у вас есть. Короче говоря, штука смотрится в ангаре действительно прикольно и симпатично. Что касается футболки, то футболку вы сможете обменять на 50 тысяч серебра. Я бы не сказал, что это много, но, а с другой стороны, хранить ее у себя в ангаре просто так, ну, разве что на память. И есть, ребят, у нас целых 10 бустеров на золото, и если вы среднестатистический игрок, и у вас 50% побед, 50% поражений, то, играя на десятках, в любом случае, своих 150 золота вы заберете. Если вы плохо играете, то 100 золота вывезете, ну, а если играете прям вообще 100% побед за 10 боев, то, соответственно, вывезете 200 единиц голды. По-моему, довольно-таки даже неплохо, и делать, в принципе, особо ничего не надо. От вас требуется всего ничего 40 побед. 40 побед за 10 дней – это 4 победы в день. В любом случае, каждый из нас, ну, где-то в районе от 5 до 10 побед в день делает. Если садиться вечерком, на часик-другой просто поиграть, развлечься и немножко развеяться. Вот такой вот мини-квест. Участвуйте, побеждайте, и желаю всем собрать все 40 побед для того, чтобы забрать все вкусняшки халявные, которые здесь есть. А я побежал снимать новые видео специально для вас, а вы подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы их не пропустить. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока!